Ранетки удивили новостью. У группы появился клон. Только состоит новая команда из парней. Презентация группы. Группа, которая называется «Воробьи». Ребята, отличные мальчишки. Барабанщик уже забит мною. Ранетки уже положили глаз на воробьев и даже отдали им свою песню. Ведь мы с тобой чемпионы. Правда, пока мальчуковой группе рано мечтать о популярности девчонок. На презентацию нового альбома «Верните рок-н-ролл» набилось 600 человек. Тем, кто не поместился в клуб, пришлось смотреть трансляцию концерта через интернет. Новую пластинку фанаты «Ранеток» ждали целый год. И, как оказалось, не зря. В альбоме довольно-таки разные песни, поэтому было очень сложно его записывать. И к тому же, опять, как всегда, мы все опаздывали, ничего не успевали. Да, у нас, как всегда, все спонтанно. Мы решили сделать четвертый альбом, но мы очень старались. И, по нашему мнению, это самый лучший альбом из всех. Ранетки пока не собираются в гастрольный тур с новым альбомом. Сначала они хотят снять несколько клипов. Снимем клип на новую песню. Да, обязательно снимем клип на новую песню. Конечно. Причем не один, а штук семь. А то и 100. А то и весь альбом отснимем, все песни с альбома. Следующего. Кстати, начинаем писать пятый альбом. С вами группа «Ранетки», специально для «Ньюсблок» MTV.